На просторах российского интернета заработала новая интерактивная площадка, посвященная жизни и творчеству каждого района Самарской области. Исторический журнал – не просто интернет-ресурс, а целая система, объединяющая любителей истории, археологии и краеведения. Федеральный партийный проект «Историческая память» поддержан президентским грантом и стал основой проектов региональных. Среди просто вот там неравнодушных жителей, блогеров, фотографов эта тема нашла отклик, и эта площадка стала тем местом, где мы действительно можем позиционировать историю своего города, края, семьи, района, близких друзей, просто каких-то мест и событий. Люди, места и события – это основные разделы сайта, заполнить которые может каждый житель губернии. Для этого необходимо пройти простую регистрацию, отправить информацию модераторам и ждать размещения на портале. Сайт будет обновляться и дополняться на основе материалов, предоставленных пользователями, а также самарскими историками, краеведами, журналистами и представителями музеев, вузов и общественных организаций. Этот сайт, по сути, будет той энциклопедией, которая позволит экскурсоводам, туркомпаниям разрабатывать различные маршруты по нашим муниципальным районам. Не нужно искать, собирать информацию, можно будет зайти на сайт, посмотреть, кто проживал, какие места, какие события проходят на территории, под них сформировать любые и патриотические программы, и образовательные программы. На заседании оргкомитета проекта было решено включить в структуру сайта раздел «Гостевые маршруты», которые будут создаваться на основе данных Департамента туризма Самарской области, а также раздел «События», где будут отражены культурные мероприятия каждого представленного района. Юлия Чернеева, Дмитрий Мешканцов. События.